Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас обзор на очередную рыбку, на очередного барбуса, но на этот раз уже будет у нас рассмотрен барбус Балу. Или еще его называют акулий барбус. Хотя они выглядят грозно, они не склонны к агрессии, содержатся с другими мирными, но очень важно, не мелкими рыбками. Они растут до 35 сантиметров в природе. В аквариуме они достигают примерно 25, ну максимум 30 сантиметров. Акулий барбус – тайная рыба. Обязательно нужно содержать их минимум по 5 штук. Они активны, но очень пугливы. Нуждаются в большом количестве свободного места для плавания и одновременно в растениях, чтобы укрываться. По крайней мере, вначале это будет укрытие от вас. Аквариум должен быть закрытый, так как они часто выпрыгивают из воды. Объем аквариума минимум 300 литров и более, потому что они вырастают очень большими. Акулий Балу занесен, как ни странно, в Красную книгу, как исчезающий вид. Количество рыб в природе постоянно уменьшается по пока что невыясненным причинам. Кормление. Данные барбусы едят все виды корма. В природе питаются насекомыми, личинками, водорослями и частичками растений. Можно добавлять в рацион зеленый горошек, шпинат и даже фрукты. Крупные особи любят белковую пищу, резаных червей, креветок и даже мидий. Вода в аквариуме. Параметры воды для содержания pH 6,8, а температура воды должна быть примерно 22-28 градусов. Разведение. Акулий Балу не взрослее до достижения 10-15 сантиметров. До этих размеров они считаются мальками. Для подготовки рыбы к нересту приготовьте аквариум примерно на 200-250 литров с температурой воды 25-27 градусов. Не сажайте плотно растения. Лучше всего крупные кустики, расставленные по углам. Если выращивать малька, вы планируете в том же аквариуме, то дно лучше оставить чистым. Такое дно легче чистить и проще наблюдать за икрой. Для сохранения чистоты воды поставьте внутренний фильтр с одной мочалкой, без крышки. Такой фильтр достаточно хорошо чистит воду и не создает опасности для мальков. Как только нерест окончится, самца и самку отсаживают в другой аквариум. Они никак не ухаживают за икрой. На этом все, мои дорогие друзья. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Ставьте лайки и до новых встреч. Всего вам доброго. До свидания. We'll be right back.